Сегодня мы приехали на рынок, самый большой в Владивостоке. Сюда приезжают жители города, гости, за шмотками, за едой и всем прочим. Называется рынок на Спортивной. В общем, в рынок как заходишь сюда, тут идут такие вот 3D. Одежда, обувь, все остальное прочее. А в центре уже продукты. Есть уличные прилавки открытые. А есть такие вот павильоны с навесом. Здесь будет чуть подороже, чем на улице. Можно купить еду. Короче, я не люблю ходить на этот рынок. Просто очень много людей, шумно. И ходишь долго. А что у нас? Нерка 590. Все же мороженое. Икра. Слушай, оно дешевле будет. Это же филе. Оно дешевле, чем... Тунец? Угу. Там полкило. Возьмем тогда? Давай возьмем. Икра полкило 1900. 950. Здоровая такая. Минтай, килограмм 100 рублей. Камбала, парная. Ливадия местная. Навага. Головы киты. 45 рублей килограмм. Я не знаю, чего это. Науку может быть. Карточки, трески. Ну, здесь у нас мед. Горячая кукуруза. Я думаю, это мед, это масло. Сейчас в магазине посмотрим цены. Грибышок курильский. Медиа вареное мороженое. Медиа 230 рублей, 400 грамм. Трубач. Давай возьму. Зайду, может, гребешки просто взять? Так, икра. 2500, 2900, 2100 за полкило. А вот рыба дешевле, чем в Якутске. Грецкие. Виши, яблоко, вишня. Орехи, черный слив, фундук. Вьетнамская бакалея. Посмотрим, что здесь продают. Они мелкие какие-то, да? Да, они мелкие. А, не, да, меленькие такие. Это ментоловые конфетки. Купили манго. Ну, это китайский манго. Аэроглифы китайские. Куча разных всяких конфеток. Вот эти вот печеньки, кукуруза, желешки с ягодами внутри. Черное желе с ананасом. Они по 120 рублей, эти по 100. Все, идем? Идем.
Чай, смотри, есть. Чай, кофе. Дыня 70, 100. 100 рублей 70 рублей. А разница в чем? Вот тут написано спелые, а это? Чуть-чуть некрасивые. А, поэтому? Да. А так все одинаковые деньги. Откуда они? Узбекистан. Узбекистан. И арбузы по 35. А ты сколько покупал? Тоже? 35. А картошка есть? Да. Картошка есть? Конечно. Сколько стоит? 70 рублей. Что, возьмем картошку сразу? Давай возьмем. А вы что снимаете? Красоту снимаем. Показываем, что продают во Владивостоке на рынке. Какие виноград, какой виноград красивый. Это не контрольная закупка. Это не контрольная закупка. Контрольная. Просто туристы снимают. Камбала. 250. Горбуша. 320. Сима курильская. 390. Мы тут же брали креветочки, да. О, ботанчики. Обычные северные и ботанчики. Самое актуальное, что необходимо в Владивостоке, сапоги резиновые. На каблучке. На каблучке, на платформе. Ты будешь мне? Ну и черные как-то я не знаю. Черные как-то да. Слишком уж. Потому что снова дожди будут со вторника. А это что такое сушеное? Да хрен, корень какой-то. Вот это ягода, это не знаю. Носки. 20 рублей одна пара. Ламбус. Не знаю, что брать. Не пропал желание брать. Искать себе. Гребешок курильский. Маленький какой-то. Креветка. Здесь ботана по 200. Еще что? Удельная Камчатка. 112. Камбала. Все это на рынке получается. Вот есть такое вот здание. Там тоже внутри магазины. Наверху. Китайское кафе и такие вот уличные прилавки. Кому нужны штанишки? Почему, Юля? Все почему? В общем, купили в итоге штанишки. Сейчас пойдем дальше. Покажу самый большой торговый центр Владивостока. Ой! Владивостока. Тут такая ступенька. С нее грохнулась. В общем, приехали в Калиномол, один из крупных торговых центров, тут курилка. Эта вот инсталляция светится. Вот здесь все шопятся. Так, Калиномол, три этажа. На первом внизу товары для дома, одежда, продукты. На втором парфюмерия, мужская и женская одежда. И на третьем фудкорт и детская игровая. Так, а мы вниз в спортмастер. Здесь есть такой симулятор. Он 1006 что ли стоит прокатиться. Почувствовать себя пилотом. Массажные кресла я могучие. Я, по-моему, в первый раз вижу, что на них никто не сидит. Панамочки, одежда. А мы идем в спортмастер. Девочка на скейте. Мне нравится, что есть такие вот
зоны отдыха. Еще вкусняшки. Тот Самбери, крупный маркет, где все покупают продукты. И вон там в уголочках есть пекарня, где можно купить что-нибудь, перекусить. И столики. Вместо фудкорта. Есть выпечка в основном. Нормально. Вот смотри, с колбаской, всякой пепперони. Слушай, ну здесь цены не как в Ялте. Мы сколько там покупали? 60 рублей кусок, да, по-моему? Два раза, да, подешевле. Тут 140 рублей кусок. Ну здесь и проезд, конечно, дороже. Вот смотри. Мой меренговый рулет. Сэндвич. Кстати, эти тут, они вкуснее. Куры. С сыром, круассанчики, томатом и багетики, смотри. О, да, это же тоже при... Будем есть? Вниз, да. Мы тоже... В общем, мы тоже зашли в Самбери. Нужно купить овощей, всякую бытовую химию. Покажу цены здесь. За картошкой, да, сразу? Картофель 80 рублей. Так, это краснодарский, Приморье 75. И все, без вариантов. Морковка, мытая Китай, чеснок. Так, что у нас тут? Буклишка. Проходим мимо. Чинзана 900 рублей. Абрау Дюрсо. Не знаю сколько, не вижу цены. Молочка. 24. Сметана 123. 400 грамм. В общем, цены в Якутске, они, сколько я помню, они повыше. Сметана у нас есть? Сметана закончилась, там осталось чуть-чуть. Потому что, когда я весной была дома и заказывала доставку продуктов, ценник был выше, чем здесь. Может, потому что доставка, я не знаю. Нашла пельмени рыбные, которые Серега в прошлый раз не нашел. Так, иду искать, где он там. Надоело мне искать. Так, мед. 220 рублей 400 грамм. 250 гречишный. Алтай. Мед липовый. Я даже не знаю, откуда они. Местный или привозной мед. Липовый 119-150 грамм. 300 рублей, да, по-моему, скидку составила? А, нет. 80 рублей. Было 3800. А, уже. Оставьте карту. А, да, уже. Раскидали все по одному рюкзакам. Кое-как. И пора на выход. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view.